Первые самые маленькие лепесточки у нас будут вот такими. Сейчас покажу, как их сделать. В общем, чтобы было легче, я делаю так. Рулон гофробумаги. Я отмечаю первые самые маленькие квадратики. У меня будут 5. Вот так вот. Ой, нет. Если вот так вот, то 6 сантиметров. Отмеряем 6 сантиметров. Если у вас здесь, когда покупали гофробумагу, неровно, то выровняйте вот эту вот линию первую, чтобы вот она была идеально ровная. Чтобы у вас все идеально получилось. И отмеряем по 6 сантиметров. Отмерили. Вот я их отмерила. Потом ручкой я нарисовала, как вырезать. Потому что если вы будете вырезать линию как бы ровную, у вас все равно не получится она настолько ровная, как она нужна нам. Дальше мы отрезала вот эту полоску я. И делаю вот так. Отмеряю по 10 сантиметров. Ставлю небольшие ручки, ручкой валы, такие черточки по 10 сантиметров. Можно по 9,5, тогда все идеально ровно получится, потому что у меня последняя получается 9, видите? Ну ничего страшного. Теперь отрезаем вот так и нарезаем вот такие квадратики. Вот они будут получаться вот такими. И таких я буду делать 4 ряда, то есть 4 полоски. Я сделала уже 2. Всего нужно 4 таких самых маленьких. Девочки, для того, чтобы мне прикрепить цветок, понадобится вот такая вот из-под туалетной бумаги. Я ее разрезала уже. И сейчас буду измерять форму. Форма у меня будет вот такая. Вот он. Сейчас. Это обычная строительная труба. Так, сейчас, секунду. Плотность вы можете выбрать сами. Сейчас, секунду, фокус. И нужно измерить, чтобы она крепилась. Не очень большой делать. И остальное отрезаем. Сейчас я отрежу, покажу, как это будет выглядеть. Девочки, я вырезала квадрат. Эту всю бумагу я обработала скотчем. Вырезала квадрат и тоже его скотчем обработала. То есть вот он держит. Теперь будем делать 4 ножки. Теперь я вырезала вот такие квадратики. Эта конструкция очень странно смотрится. Вот такие квадраты вырезала. Фокус найду. Что такое? Вот. И приклеила их скотчем. Вот так, 3 стороны. Теперь у меня есть вот такой дизайнерский картон. Примерно он выглядит вот так. Вот. И вокруг я сейчас обклею. Вот так обклею. Сейчас покажу, как это выглядит. Сейчас вы поймете. Девочки, смотрите, я вырезала вот таких 2. Как бы сделала круг. Это из 2 таких картонок. Сейчас я их хочу склеить. Блин, одной рукой фокус вообще не ловит. Вот, хочу их склеить. Сейчас скажу, вот они, видите. Просто, да и блин. Просто склеенная бумажка. Вот такая на первый взгляд конструкция странная получилась. Я сделала круг, и вот эти вот штучки я приклеила, то есть, чтобы как бы держатель получился. Вот, и получился вот такой вот держатель. И теперь мы будем вовнутрь заполнять это все цветами. Так, смотрите, хочу вам показать. Первые лепесточки у меня самые-самые маленькие. Вот так они выглядят. Они будут в самом внутри, их нужно немножко. Вторые у меня, диаметр у них, если вот так 5 сантиметров, ой, 6 сантиметров,
вот так 6 сантиметров, и вот так вот здесь идет 9-10 сантиметров, тут роли не играет. Следующие побольше идут, вот такие, здесь уже идет 7 сантиметров вот так, и 11 сантиметров вот так. Вот они, еще побольше, это вот они. Так, начинаем заполнять серединку. Заполнять начинаем средние, вот такие вот. И будем заполнять их вот так. Ряд готов, теперь давайте сделаем второй ряд. Второй ряд мы будем использовать, во втором ряду будем использовать те же самые лепестки, как и в первом ряду. Я надеюсь, вам слышно. Так, ну-ка, о, свет. Вот так, отлично. Второй ряд будем использовать те же лепесточки. Но также их сильно нужно загнуть вовнутрь. Вот так вот он. В серединке там я сделала самые маленькие. Но еще в серединке нужно сделать обязательно саму серединку. В общем, сейчас я покажу, как это сделать. Закручиваем сразу на клеевой пистолет. Закрутили, и вокруг нее еще. Еще закрутили. В обратную сторону. Теперь можно конверт. Подойдет серединка? Нет. Нет, нужно еще меньше ее делать. В общем, делайте прям очень маленькую серединку.
Вот лучше тогда вот такое. Сейчас мы ее туда приделаем. Наклеиваю пистолет и засовываем вовнутрь. Так, давайте на свет вам покажу. Смотрите, вот такая вот серединка получилась. Не падает. Вот, мы вделали внутри, теперь будем обделать по бокам. По бокам лепесточки уже будет побольше. Теперь давайте сделаем по бокам. Теперь по бокам мы берем побольше. Я еще не вырезала больше. Мы клеим вот так вот. А начнем клей уже вовнутрь. И вот так вот. Наверное, чуть пониже. Надо. Смотрите с этой стороны. Чтобы немножко. Вот, отлично. Так мы обклеиваем весь круг.